что ж, давайте начнем с новинки от компании Smont. Pasito Mini. Так, что мы тут видим? В комплекте идет одно устройство, картридж, испаритель на 0,6 Ома, юзер-мануал, это инструкция, Pasito Mini картридж на 3,5 мл, испаритель на 1 Ома и кабель USB Type-C. Так, тут написано адрес устройства, адрес производства. Так, где это? Как всегда, в Китае. Ганчжонг провинция. Провинция Ганчжонг какая-то. Так, давайте посмотрим на торцевую часть. Вот, блин, ну прикольно они сделали. Смонт начали делать коробочки. Тут надпись, тут надпись. Тут пусто. И вот такая вот интересная граффити нарисована на главной странице. Очень прикольно. Мне вообще очень нравится, на самом деле. Не, вообще, я всегда оцениваю устройство по дизайну коробки. То есть, я считаю, что это реально вот очень важно, так как покупатель в первую очередь покупает глазами. Если коробка будет неброско выглядеть, то и продажи устройства будут на минимальном уровне. Если он, конечно, не монополист на своем рынке. Так, давайте приступим к распаковочке. Вот таким варварским способом сейчас мы будем все это раскрывать. Опа. Держите микрофон, чтобы вы слышали этот звук распечатки устройства. Вот так вот открывается. Вау, как туго. Опа. Что мы тут видим? Мануал. Как тут картридж вставлять, как заправлять. Так, какие тут характеристики. Максимальная мощность 30 ватт, поддержка испарителей до 3,0 Ома, так, объем картриджа 3,5 мл, батареечка на 1100 мАч, conversation rate 95, что такое, я не знаю, вольтаж 3,2 вольта. Вот такая вот коробочка, инструкция. На китайском языке и на английском. Так, давайте дальше тогда начнем наш обзор. И вот это что такое? Это тоже инструкция, как вставлять картридж. Да, вот такая вот инструкция. Что тут у нас устройство? Давайте потом. В комплекте у нас не густо. Вот испаритель. Вот такой вот красивенький упаковочек. И стандартный уже USB кабель, как на всех устройствах от Smont, красненького цвета. Ну, достаточно такой длинный. Это прикольно. Вот так вот приступаем мы к обзору самого устройства сейчас. Давайте обратно все положу все. Ну, в принципе, стандартный у них у всех объем. Опа. Само устройство вот такого. Ух ты, оно достаточно такое, тяжеленькое, я бы даже сказал. Интересно. Очень интересно. Это пленка все. Очень даже такое, ну, увесистое. Картридж вот такой, 3,5 мл бачок. Испаритель тут есть, интересно, нет? Ну, испаритель встроен уже есть. Спасибо, что не обделили. Кабель USB-C Type-C, кнопочки. Ну, вот эта штука согнуться может со временем, конечно. Вот так, без картриджа упадет. Разряжено, что ли? О, как загорается прикольно. Неоновая. Опа. Ну все, господа, вот такой вот, такая вот распаковочка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это очень для меня важно. Давайте, всем удачи. Всем пока. Вот такой вот обзорчик интересненький получился у нас. Pasito Mini.